Добрый день. Добрый день всем, кто зашел на канал и кто смотрит это видео. Вы на канале Анна и Нико Испания. Это у нас январь, начало января. И я хочу вам показать, какая погода, какая обстановочка вот у нас в городе в начале января. Погода стоит чудесная, очень-очень тепло. Солнечно, даже жарко. И вот хочу вам пройтись и показать именно набережную. Завтра в Испании будет праздник «Три короля». И много сейчас приезжает в гостиницы туристов. Я вот смотрю, некоторые гостиницы уже открылись. Потому как праздник «Трех королей» – это такой хороший праздник. И он как бы уже завершает все праздники новогодние. А сейчас я иду еще по набережной и хочу пройти вот в конце набережной. Там долго делали ремонт. Раньше была дорога буквально по берегу в центр. Потом ее закрыли в связи с тем, что там какие-то ремонты шли. И туда пройти невозможно было. Сейчас там уже открыли. Поэтому сейчас пойдем и посмотрим, что же все-таки там сделали, и можно ли пройти в самый центр Лорет-де-Мара, именно по берегу, потому как виды очень красивые на море, и много туристов туда проходили раньше, но потом закрыли. Открылись бары на праздники уже. Ну, сейчас серединка дня, поэтому людей немножко меньше стало, все ушли на обед, но погода стоит чудесная. На пальмах созрели уже плоды, это финиковые пальмы, и вот цветы расцвели, потому как погода как весна, хорошая весна, нарциссы в цвету. И вот мы пришли на по берегу пройдем и буквально вот дальше посмотрим, что там. Море тихое-тихое. Погода классная. Это вечер уже. А солнышко садится. И многие просто приходят посмотреть на закат и погреться на солнышке, потому как в квартирах прохладно. В Испании нет отопления как такового, централизованного. Каждый греется как может. Сейчас мы пройдем туннель, маленькая такая, в скале. Конечно, кто высокий, здесь пройти сложновато, потому как она низкая. Но пройти можно. Вот так мы проходим здесь. Здесь сделали ворота и замок повесили. Видимо, будут когда-то его на какое-то время закрывать. Потому что когда шторм, здесь вода достает вот буквально на прохожую часть. И, возможно, в связи с этим сделали металлические ворота. А когда море тихое, здесь туристы гуляют. Наверху стоит дом, буквально на самой скале, у самого синего моря. Вот такая сегодня у нас прогулочка, обзорная по набережной. Но это вечер, поэтому вечером уже никто не купается, а днем купались. Яхточка пришвартовалась, отдыхает. Вот смотрю, она и с утра стояла, целый день отдыхает. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Не забывайте подписываться на канал, поддерживать. Всего самого доброго всем в новом году. С праздничками!